Заранее спасибо. Пожалуйста. Я сегодня буду в образе гопника. Магадан, район 123-25, надо Бера, если с вами не будет связи. 490, понимаю. Вот так вот я поставил тебя в тупик сразу же. Где вопросы? У меня все записано. Давай, зачитывай. Вопрос первый. Не знаю от кого. Снежанна из Дубая. О, скажите, куда вы летите прямо сейчас? Прямо сейчас мы летим от Охотска до Магадана. До Магадана осталось примерно 1.5 часа. 10 минут назад мы пролетели Охотск. А вчера мы были в Тынде и встречались с тындянцами. Тындянками. И потындели немножко. Потындели немножко. Придумали новое слово. Называется тындец. Тындеть. А, да. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Сколько километров уже в пути с утра и сколько еще надо пролететь? 370 миль до Аяна, можем посчитать, да? И еще мы пролетели уже 300 миль после Аяна. 470 плюс 300, 770 миль и умножаем на 1,852. 1,85. 1,852. 1426 миль, 400 метров. Километров. Километров. А у нас здесь есть такой прибор, он нам считает все. Следующий вопрос. Какая погода? Я могу показать, наверное. Любите ли вы залетать в облако? Я люблю. А я нет. Какая погода для вашего самолета нелетная? Какой дождь, туман, ветер еще позволяют лететь? А какие нет? Здесь есть табличка, на которой написано, что наш самолет сертифицирован для полета днем, ночью. VFR и IFR. VFR – это визуальные условия полета. IFR – это приборные условия полета. Это значит, что наш самолет может летать в отсутствии видимости, в облаках, над облаками, под облаками. Я могу только сказать, в чем мы не можем летать. Мы не можем летать в условиях обледенения. Что касается ветра, ветер нам может помешать на посадке. Есть предельная боковая составляющая. И если боковая составляющая, вот полоса, а ветер слишком сильно дует сбоку, то бывает предел, когда мы не можем совершить посадку и должны уходить на другой аэродром. Холоднее или в воздухе над Дальним Востоком, чем над Беларусью. Но вот в данный момент мы летим на высоте 1.5 километра, и температура за бортом плюс 12 градусов Цельсия. Пока погода, наверное, такая же, как и в Беларуси. Вы уже несколько дней в пути. Чего вам не хватает в полете? Я очень скучаю по своей жене Маше. Андрей очень скучает по своей жене Насте. Ну, конечно, их не хватает сзади. В следующий раз мы их обязательно возьмем с собой. Мне очень не хватает моей собаки, которую я хотел взять с собой. Иногда хочется выспаться, да, потому что некоторые ночи мы спим там по 3-4-5 часов. Уважаемые пассажиры, наш рейс из Тынды в Магадан проходит на высоте 5000 футов или 1500 метров. Мы планируем преодолеть это расстояние за 8,5 часов. Мы будем пролетать территорию Российской Федерации. Такие города, как Аян, Аям, Охотск. Охотск. И совершим посадку в Магадане. Желаю вам приятного полета. Why you? Why?